поселок. Да, что было, не слышно было. Пьяная баба, говорят. Что-то мне не нравится этот фильтр. Пьяная баба, говорит. Ничего не пьяная. Оп, чик. Вот. О, котята присоединяются. Слышишь, у меня там 3 человека осталось. Привет. РПЦ. А что такое РПЦ? Где эфир? Чей эфир? Как дела? Ребят, у меня все хорошо, не переживайте. Да, напишите мне, конечно, какая я пьяная, действительно. Сижу ровно, не шатаюсь, короче. Плохо видно. Ладно, давайте я сяду. Вот так вот, наверное. Что сидишь? Ага. Плохо видно. Куда? Ой, ничего, Давид, пускай там дальше бухает. Пошел в жопу. Что ты творила? Что вы творили? Ничего. Это прикольно, поприкалывались просто, да и все. Барян, потянь, что хочешь. Четкости, да я не виновата. Покажи. Фиг, они там не, они не увидят, что я... Ой, вообще какая-то потеряшка стала. Так я трезвая, просто я не понимаю, почему на меня сказали, что я пьяная. Пишут люди, так ты трезвая ж вроде. Он не работает? Нет. Жек. Просто ты в личку-то мне отвечал, а сейчас что-то это пишешь. В Москве. Да, Лиз, обязательно. В Москве подрабатываю, по делам езжу, по клубам бухаю жестко, ем. Лиз, ты чего не спишь? Боже, на самом деле, я не понимаю, зачем такие вещи говорить, например, что я бухаю, там еще какая-то. Я думала, ко мне переезжаешь. Да, прям сегодня желательно. Ой, у меня эфир, вы это слышишь? Мне эфир плохой. Угу. А я вообще не понимаю, почему эфир такой плохой. Mm-hmm. Вот Лиска, когда заходит в эфир, у нее всегда качество хорошее. Mm-hmm. Это может от телефона? Телефон нельзя трясти. Все, я поставила. Все пускай стоит. Только люди не наговаривают на меня, что я пьяная. Пошел в жопу, он сам бухой валяется. Я что, не знаю, когда он пьяный, когда трезвый? Что ты говоришь? Около дверей на коврике. Не, ну в смысле, что? Ну так я еще... Что говорит Сасо? И, ребят, я не знаю. Вообще у меня такие вопросы не спрашивают. Не спрашивайте. А по поводу, подрабатывали я в клубе? Нет, я просто пою песни. Так, так случай. Закрываю, чтобы не вывалиться из дверей. Не надо садиться, вот тут все. Села, короче, на полу приблуда. Лиз, ну ты же знаешь, ты же со мной вместе подрабатываешь в клубах. В ночную сменку заработала. Нифига не заработала, чтобы ты понимала, у меня пару тысяч осталось. Hello, my beauty, говорит. Вика, а что с Давидом ты рассталась? Да нифига, он не зарабатывает нифига. Не хочет работать, сидит дома. Если бы работал, то все было бы нормально.
так не работает, я работаю. Почему мне не отвечаешь? Гулька. Гулька написала. Да нормально. Ну, еще и Лизке должна. Как зарабатываются деньги в Москве, скажите? Почему я Гульке не отвечаю? Гулька, ты мне напиши еще раз. Я тебе отвечу. Ой, тут телефон трясется. Ой, ребят, все, давайте без этого. Я не хочу превращаться в дно. Не буду ни про кого говорить гадости всякие. Там я пошла, постебалась и все. Больше не хочу ничего. Правда. Расстались и расстались. Уже давно расстались. И не буду ничего вообще говорить. Что-то люди присоединяются, нифига не пишут. Одна Лизка пишет. Практически. Я чувствую, что мне пора с эфира выходить. Пахнет жареным. Почему? То, о чем я тебе говорила в лифте. А что было в лифте? Что мы делали в лифте? Так, я тебя очень люблю из Азербайджана. Привет тебе, Азербайджана тоже привет. Вот отвечаю на ваше сообщение. Давид написал. Лиз, кому тебе? Пускай он пишет, хоть на деревню дедушке, вообще пофиг. 11 утра. Да, ребят, в Минске нет работы, все. У кого-то она есть? У кого есть мозги в голове? А у кого-то ее нет. А, да, Лиз. Короче, давай позже я тебе все скину, пообщаемся. Лиз, слышишь? Ты же видела меня пьяной. Почему мне люди говорят, что я пьяная? Слышишь, он еще сейчас сохранит эфир. Какой? Свой. Чтобы хайпануть, чтобы, по-моему, 5 подписчиков прибавилось. После этих разборок? Ну да, просто у него статистика поднимется на 5 человек. Будет у него плюс 5 подписчиков, и он это сможет зарабатывать. Блядь, завтра гадалка еще ему напишет, пиздец. Он столько заработает бабла. Надо возвращаться. Пипец. Классный, не классный, все, поздно, не хочу. Жестко. Хрен. Так нельзя. Как нельзя не понимать тебя, Лиз? Лиз, не понимаю, как нельзя. А найдешь мне хорошую работу в Азербайджане? Да я не знаю, там я точно вообще непригодная буду. Ни в один клуб даже не возьмут работать. Что там буду делать? Какие планы на осень? Хотела свадьбу. Так уж вышло, что нет денег на свадьбу. Номер карты прикреплен в сторис. Ну забей, не говори плохо. Ты не говори плохо, просто Лиз. Знаешь, что я до этого правда не говорила плохо, но когда я сейчас зашла в его эфир, такие гадости на меня говорил. Ужас. Какая у тебя профессия? Без профессии. Непригодная. Тупая, непригодная. Жизнь боль. Не, Лизок, правда, короче, ну, как бы я никогда в жизни... Да, я тебе серьезно говорю. Потом говорит такой, типа, вот, я что-то разнервничался. Его спрашивают, куришь или нет. Он говорит, да. Типа, я не курю, иногда только покуриваю, но сейчас надо пойти там покурить. Так я и не есть, как он, просто вот маленький момент, там вообще было жестко. Не говори плохо. Ну так я не говорю, не ври. Он о тебе вообще ничего не говорил. Ой, давайте, пишите там на своих этих нерусских буквах. Не прямо близко к сердцу, от того не стоит, все наладится. У меня точно все наладится, вот не поверите прям. Вы жили вместе после дома? Нет. Он, Гулька написала, он дурак. Гулька, это ваше мнение.
Ну, гадости говорить можно из-за обиды. Так, ты сегодня в нескольких историях говорил, что тебе Шуликов нрав. Нрав. Он курит? Да не курит. Все, не говорите в моем эфире о нем. Блин, еще через 10 лет спросите про него. Не хочу. Так хочется, чтобы одна группа зашла в мой эфир. Интересно, какой он. Да. Вопросы мне часто там задают интересные. О, хотите, я вам расскажу, платят ли на доме 2 или нет? А еще хотите, я вам расскажу, где курит на доме 2? Курит, короче, под грибом, прикиньте. А на поляне курит в отдельно отведенном месте. Колбаса вообще ништяковая, топчик. Короче, там в пачках есть, есть колбасе, там, ну, типа, в виде колбасы. Ну, как она называется? Батон, типа. Батон колбасы. Залетает только в путь. Вот она, циркачка, в лют вышла. Да. Бери в 3 часа утра и выйди с моего цирка. Пока. А на доме 2 сценарий? Конечно, и все по сценарию было. Сегодня могу сказать, что все было по сценарию. У всех, короче, свои сценарии. Все учат. На самом деле, все, кто приходит, например, по понедельникам на проект, они начинают готовиться к проекту еще зимой. Вот. То есть разница в полгода. Зимой учат текст, ну и, например, весной идут на проект. Блин, Шуликова не будет, что ты пиздишься. Нет, уж нет. Не каждый день в 3 ночи цирк показывают. Но не каждый зритель зайдет в цирк в 3 часа утра. Так-то на секундочку. Но если хочется, посмотри еще на мой цирк немножко. Но как бы, если тебе не нравится мой цирк, можешь вырулить отсюда. А потом штрафчик на почту. Хотела бы вернуться на дом 2. Конечно, у меня там миленький сидит. Дико смешно. Давайте смеяться. Херня это все кастинг, да? Не, ну если ты бомбовый участник, то никакой кастинг не нужен будет. Без кастинга захватит. Сколько вам платили? Платили, короче, от души. Вот как сколько захотят, столько и заплатят. То есть потом, например, могут 500 тысяч заплатить, могут 600 тысяч кому-то заплатить. Большинство участников потом после проекта за периметром квартиру себе покупают. То есть приблизительно дома даже у некоторых участников в одинаковом районе. Соседи. Вы КН заправили? Да? Повторите, какие там дома? Что? У кого какие дома для пропуска? У участников просто зарплаты по 500-600 тысяч платят на проекте. Российских, естественно, рублей. И, ну, больше